мужики! Ой, дамы, естественно, что за башка раскалывается? Мы вообще где? Это что за место такое? Я не понимаю, где мы с вами оказались, парни? Это что? Слушай, мне кажется, это выпустите! Выпустите меня! Это что такое? Как двери открываются эти? Что за фигня? Ладно, друзья, всем привет! С вами сегодня, конечно, Олег Хофи, со мной сегодня Андрюша Индифа и Паша Квинс. И добро пожаловать в супер крутую игрушку под названием Escape Room! Семью-падки! Привет, подписчик! Ой! А чё? Паша, ты взял, сломал, блин, этот, господи, сосуд, который да тут стоял дурак, уже тысячи лет! Короче, ребят, мы сегодня играем в игру, посвященную полностью головоломкам. Наша задача выбраться отсюда. Давай, ставь сюда! Чё ты не ставишь-то? Давай сюда поставишь, всё. Давай, вот сюда мы ромбик вот этот рубин, точнее, вот так вот ставим, и всё. Олег, смотри, бери сфинкса. Я хочу сюда. Так, беру сфинкса, и куда его нести надо? Вот, смотри, ладошку открываю вот эту. Ага, так. И вот сюда его надо поставить. Да. А ты вот это вообще сейчас как понял? Сейчас скажи, пожалуйста. О! А куда еще ставить? Ничего себе! Понимаю. А что теперь? Так, ты видел? Смотри, на нем символы такие волнистые, типа синего цвета. Может, вода или что? Олег, я великий Пуаро, давай сюда. Ну-ка, давай попробуем засунуть. А ну-ка. Ма, чё за магия вообще, пацаны, скажите, магия, пожалуйста. Магия, воздух, так, а здесь... Рулетка. О, рулетка, смотри, сверху еще и время идет, прикинь. На, у нас 13 минут есть на то, чтобы выбраться отсюда. Окей, понятно. Чем чемодан? Так, подожди, а вот это разбить можно, не можно? О, погоди, стоять. Олег, я чемодан открыл. Где? Какой чемодан? А как ты его открыл? А что он такой маленький? А что он такой? У меня тоже есть какая-то книга. Это египтология, 102, 4 издание. Какой том? Какой идиот? О, а тут, слышишь, тут алфавит. Тут алфавит, тут все, ну, буквы типа А, Б, Ц, Д и так далее. И еще какой-то... А, дикшенари. Что такое дикшенари, кто-нибудь знает? Ну там, так, ну то есть там какие-то символы и... Паша, он такой дурак, что не знаешь, блин, что такое словарь, блядь. Такое? Олег, вот это вот тебе, вот это тебе. Спасибо. Так, а что ты мне дал там вообще? Бинокль? А бинокль-то зачем, погоди, может разглядеть? Так, Олег, может давай, смотри, я взял кишку, может давай почистим. Кого? Подожди, кого там чистить забрался? А вот это все вещи вы достали из сундука, да? О, не из сундука, а из чемодана, да? Этого. Погоди, я, так, пожалуй, а вот это так, у нас... Смотри, я разблокировал. А вот это уже нумерология, пацаны, вот это уже... А, ну-ка, погоди, а для чего надо нумерология? Это все? Нумерология? Ну, нумерология, вот так вот, Андрей, да. Олег Костя, сейчас еще гороскоп найдем, сейчас будем по звездам ориентироваться, скорее всего. Смотрите, давайте будем максимально... А вот эти символы я видел. Ну, конечно, не, понятное дело, Паш. Смотри, нам осталось на теле только последний кусочек, получается, вот этой пирамидки, вот этого рубина, который, как я понимаю, находится именно здесь. И у нас еще, в принципе, вот он, 11 минут. Вот он. Да, я вот эти символы, которые снизу, я их уже видел. Я их уже видел в этой книге. Да. Погоди, сейчас я посмотрю. Одна палочка это 1, такая дуга в виде подковы это 10, вот такая вот завитушка это 100, такой человечек типа Пэкман, короче, это 1000, рука Пэкман. Или типа шаверма это 10 тысяч, или игрушка. Это 100 тысяч. Так, и как ты тут еще складывать можно все эти числа? Окей. Я почему твою мышку вижу? Ты чего? А ну убери! Откуда эта мышка твоя? Сколько там этих символов там? Погоди, вот смотри, вот этих символов, вот этих типа Пэкманов, их там 3. Ну, типа, это получается, значит, это 3000, правильно, да? Да. Потом, смотри, потом идет. Блин, вообще надо на самом деле это сфотографировать. Олег. А, чего? Да, а ну-ка отойди. А ну-ка отойди, дай сфотографирую. Деньги. О, все, нормально. Так, смотри, открывая книгу, говорю просто, что как есть вообще. Погоди, сейчас. Открываем и смотрим. Значит, смотри, у нас есть 3 человечка, соответственно, это 3000, это, да? Это 3 костыря, да. Потом идет 3 палочки, и вот такая это вот завитушка. Это нет. Завитушка, это почему 3? Почему 3? Завитушка да как раз таки это. Видишь? Вот сюда, ну, посмотри, вот. Вижу. О, как? Нет, ты реально, это ты видишь, видит. Это тоже книгу? Фига себе. Да. Как ты это вот, видишь? Мы все ее видим. А это сотка. Да, ну и получается 103. Вот символ второй, это 103, дальше. Ну, 103. Так. Потом, смотри, у нас идет вот 10. Штучка, это 110. 110, да, все верно, 110. Да. Потом идет 30... Ой, погоди. Это нет, 30? уже не 103. Почему? А, нет, стой, погоди. 3, и получается... Блин, стой. А, ну да, все верно, 103, и потом а еще 110, да? Чуваки, я гуманитарий, я быдло, я не умею. Да я даже нифига не понимаю. Погоди. Так, это что получается? 103 плюс 103, это 206. Так. Плюс 220. Это, блядь, я запутался. Надо записывать. Рот. Так, ладно, давай еще раз, смотри. У нас 3100%, да? 3000 плюс... Плюс... Давай по символам еще раз с самого начала. А вот это первое... Это...
первая, смотри, первая завитушка и 3, это у нас получается 103. Правильно я понимаю? Значит, правильно. 103, значит, плюс 103 равно получаем. Потом у нас идет подкова и такая же завитушка. Это 110. Плюс 110. А, идем дальше. У нас такая же завитушка и тройка. Это у нас 103. Получается плюс 103. И еще одна такая же. И плюс 110. И плюс 110. Бля, я просто получается 3426. Попробуй вести. Попробуй вести. А ну-ка. Я ввожу. Давай, Андрей, давай. 3426. Мое ключик. Отойди, пожалуйста. Мы такие умные. Деньги. Золотишко. Опа. Так, и вот это мы сюда вставляем, получается? Да, давай. Ну, вот так вот вставляем. Олег, не ломай. Обратно. А вот теперь деньги скидываем нахуй. Давай, ставь сюда. Нет, пока деньги все на пол не скинете, да нам не надо. Андрей, время 8 минут осталось. Олег, скидывай деньги на пол. Да блин, ладно, держи, скину. Паша тоже. Да скинул. Одномонечно пиздишь, блядь. Ладно. Все, больше нету. Да, все, Андрей, давай. Паша, ты никогда отсюда не уйдешь. Заставь его монеты положить. Паша, все быстрее, у нас времени не так много. Дай ему монеты. Отдай ему то, что он просит. Вот такая вот эта дружба, ребят, понимаете? Вот такая вот она дружба. Где он, блядь, монеты бросил? Да поставьте рубин, да с ума сошли. Давайте, ладно, я тогда это заберу себе. Да поставьте его уже на место. Я шучу про монеты, я нихуя монеты. Дай ему все монеты, потом заберешь у него. Все. Похуй мне сейчас заберет. Все, давай. Все, бросай на землю, Паш, быстрее. Паш, я тебе сейчас лопатой это ударю, реально, Паш, я тебе сейчас просто лопатой это ударю. Давай быстрее. Так, смотри, Паша, у него больше пиздобол ебаный. Да не, ну все, давай, ставь уже. Давай, ставь. Отошли к тому дальнему углу, отошли на обмен. Так, деньги. Какой ты дурак, Андрей, реально. Охуенно, 10 денег. Опа, так, а это для чего-то, вот для вот этого, походу, да? Да. А ну-ка. Это еще не все. Ой, кошмар. А тут уже символы, и тут уже какой-то... А что за кнопка красная? Блин. Понимаете, у нас 7 минут, тут еще 2 комнаты, ё-моё, и что нам делать? Мы должны пройти лабиринт, короче, правильно от сфинкса, короче, и найти выход, и через это... Все, я понял. Смотри, если от сфинкса мы идем, то первое, что нам нужно указать, это вот эту, скорее всего, тарелочку. Нет, не тарелочку, там идет тупик. Скорее всего... Погоди. А, я понял. Первое, это идет сфинкс как раз таки, да. Да, вторая, правильно стоит. Это, да, это тоже вот это типа палатка. Так, я, о, я хорош! Гений просто! Вот сюда вставляй, вот сюда, давай. Деньги. Да как, деньги. Да хватит. Да 5 деньги. Минут осталось, уходи с деньгами своими, Паша, пожалуйста. Паша, нет, ни одной монеты, пошел нахуй. Ладно, все. Паша, ладно, держи, у меня еще одна монетка в припасе была. Ах, крыса ебаная, причем, на пол, они мне. На, держи, я дал монету, все. Держи, Паш. Хорошо, Олег, сосать хуй. Все, застань, пожалуйста. Хуй. Паш, ну 5 минут осталось, Паш, ну поставь, пожалуйста, ну пожалуйста, монету. Паш. Ну, пожалуйста, монету. Паша, монету. Пожалуйста, монету. Пожалуйста. Монету. Паш, монету. Пожалуйста, Паша, монету. Пожалуйста. Монету мне быстро. Ну, пожалуйста, ну хватит, монету, я не хочу. Монету, на, вот это открыть может? А ну-ка, погоди, стой. Стой. Погоди, а где у нас лопатка была? А, так у меня лопатка. А ну-ка. А че не работает? О, ты открыл? Я вставил. Еще один лабиринт. Погоди, а реально от кого? Непонятно, от кого начинается. От кого здесь нужно? Погоди, стоп, нужно понять. А может быть по алфавиту? По алфавиту, смотри. Где книга у нас? Паш, смотри, открой сейчас вместе со мной книгу, посмотри. Смотри, у нас есть вот такая вот, у нас есть вот алфавит. У нас есть вот еще справа, то есть видишь, вот эти символы, которые изображены там. Да, и первое, что здесь нарисовано, это глаз. Потом идет Олег, жук, потом вот. Что? Иди сюда ко мне. Вот, смотри, я здесь открыл подсказку. Смотри, там такой же лабиринт здесь сейчас нарисован. А, это место для подсказок, типа. То есть да. Мы можем. Вот как оно работает. Нет, стой. Я понял. Здесь нужно указать тех существ, которые доходят, то есть от самого начала к центру. Нет? Не думаете? Да. Так, да, ну, смотри, да. Это. Ну-ка, глаз. Глаз, он как раз-таки. Блин, вот непонятно, проходит, не проходит. Глаз не проходит, кстати, смотри. У глаз полностью закрыт, у него полностью тупик. И, соответственно, вот эта справа женщина или что это тоже. Поэтому у нас остается только кошка. А, так вот, все. Кошка, оса и жук, смотри. Попробуй вести. Пчелка. Пчел, или что это там, пчелка какая-то, да. А нет кошки здесь.
Нам нужен словарь. Еще раз. Все, да, смотри, что там у нас? Это типа два языка. Да. Вот это полная. Ножка, змея и Т это... Чё это? Скала какая-то? И чё это? Блин, зачем ты... Короче, подожди. Не трогай, блядь. Ножка, змея. Стой. Вот, ножку оставляем, змея и... Короче, крутим на рандом. А, только одно существо проходит, а ё-моё. О, всё. Всё, Настя. О, сколько времени? Две минуты. Давай. Проходим, пацаны. Вперёд. О. Вот что? Ай, молодцы! Ай, красавчики! А! Мы доказали, что мы не тупые! Самое главное мы сделали! Да. Но это была лишь только первая миссия, я предлагаю перейти ко второму эпизоду, где, собственно... Да, пацаны! Сейчас, я думаю, будет чуть-чуть посложнее, так как мы по... Сколько времени нам далось на это? Также 15 минут, да? Классно, понимаю. Тут, скорее всего, перемещать что-то. Весы правосудия. А, мне кажется, тут еще в правильном положении, скорее всего, их не просто поставить надо, наверное. Или как? Подожди. А может вот эту голову... Кидай нахуй все, что можно, только на весы, блядь. Это кошмар, я не знаю, как это проходить. Так, во-первых, лопату нам нужно убрать сюда. Нам как-то вот это убрать, мне кажется, надо, не? Олег, смотри. Я очень крутой. О, я тоже, походу, понял. Погоди, стоп, а где было? А башка где была? Ты че, Андрей, сделал? Весы не ходят, они как-то нихуево работают, блядь. Погоди, стоп, а свиток? Свиток, смотри, тут на свитках, тут, блин, да тут непонятно вообще нифига. Погоди, а может быть... Можно закрыть вот так вот. Паша ко мне в штаны лезет, блин. Да, я еще в очко проводил. Погоди, а вот это не закрывается, да? А вот это закроется, вот это... Вот так вот. Нет? Блин, а как это... Ой, парни, что ты мне подсказываешь? Олег, пройди интересную мини-игру. Давай, какую? Короче, надо тебе пройти ее так, чтобы линии не пересекались. Тебе надо с корабеем пройти эту хуйню всю. О, чего? Погоди. Это головоломка, типа. Стой, Олег, смотри, подожди, вернись назад. Возможно, не так, смотри. Этим с корабеем надо рисунки рисовать. Смотри, видишь, у одной вот этот рисунок, у другой вот этот. У них рисунки те же самые, что там. То есть, погоди, это слева квадратик полностью закрашен, да? И справа просто... Ну-ка, погоди, сейчас попробуем. Во, я походу... Погоди, стой. Во, я сделал. О, получилось. Ваза. Так, у нас так, есть ваза. И вот, смотри, как раз таки одну вазу нужно поставить вот сюда. Нет. Да. Да. А второе, смотри, это что у нас такое? Это что у нас? На что это похоже? Давайте подумаем вместе. Я, ну, типа, дилд. Что, дурак, что ли? Ну, а на что это похоже? На что это похоже? Может, это... может свиток надо в руку это ставить? Это похоже на бебру. А погоди, а лом вообще для чего? Понимаю, они недовольны. А, стой, пацаны, а что ж вы раньше-то не догадались? Да ну ё. А нет, Костя, я понял, у нас еще свитки, у нас еще... А что? Смотри. Короче, вот эти вот... Вот эти штуки, это, короче, органы. А написано, их нужно расположить в этих самых. По порядку, да. Так, это север получается, да? Вот он север. А на севере у нас, сейчас я скажу. Я скажу, на севере у нас легкие. Легкие на севере, да, у нас? Поэтому легкие у нас вот этот сюда. Ну-ка, отойди, ножку убери, пожалуйста, подними. Так, все, легкие, о, загорелось, видишь? Не, все правильно, да. Ну, так мы все правильно расставим. Такой, у тебя же ключ еще, Паш, есть, ставь его вот сюда. А куда его? Вот, вот сюда, мне кажется, ставь его. Блядь, идиот. Да ё-мы, Паша, у Паши этот ключ полчаса был, чтобы вы понимали, в руках. Так, деньги, сразу деньги. Так, а что там? А, только реально, только деньги были, и все? Нет, вот еще маска была, вот. Какая маска? Маска вот обезьяны, смотри, у нас есть два маска орла, погоди, и маска может быть, это... гориллы. А для чего это тоже надо? Вазу накрывать, вазу, видишь, смотри, оп. Погоди, стоп, у меня есть свитки, символы. Ой, как тяжело. Так, не, мне кажется, нам надо брать подсказку, срочно подсказку, иначе мы просто не успеем, понимаете? Пойдем, да, блин. Смотри, вот сейчас подсказка у нас связана с этой как раз таки чашей весов. Посмотрите, что на подсказке. Я пока посмотрю, сколько времени, подсказка? У нас 6 минут, вот прям здесь, смотри. Судя по подсказке, то есть смотри, на каждом шарике там какие-то иероглифы, да, то есть там какие-то символы. И есть также цифры. Подожди, стой, мне кажется, осенило. Ну-ка, давай. Подожди, я пытаюсь просто подумать. Так, давай, я ставлю сюда. Так, нет, не тот. Давай следующий ставлю. Не тот. Все, тогда следующий. Вот этот, это сколько 5. У нас? 5, да? Так, давай, я поставлю, сова, это 5 получается, да? Нет равновесия. Все, нет. А, подожди, может сложить надо, может быть, складывай. Да. Да, погоди. Что за... Блядь.
А как это? Забаговал. А че она такой большой стала? Че за... Че? Игра ломается. Он же лагает от этого. Что за бред? Мы сломались. Пацаны, у нас время осталось 2 минуты, понимаете? 2 минуты. Блин, ну это же гениально, реально. Это же просто гениально, нет? Почему? О, подожди, смотри, равновесие. О, это сколько? Пили на равновесие. Сколько там ки чисто? Там, по-моему, 3, нет? Смотри, 2 и 1. А, нет. 5 и 1, 6. 6. Все, да, значит, это 6. Один есть. Так смотри, мы 1 ставили, 2 ставили, 3 ставили. Да. Это 4, это 4, это 4. А. Поставь 4, поставь четверку. Все, нам осталось последнюю взвесить, кто, вот эту только. Кто серединку поменял? А, мы ее не взвесили, да? А как ее взвесить, если. Она гигантская стала. Она реально стала гигантской. Да то, что гигантская, вообще похую, подожди. В смысле? Ну давай. О! Найс! Реально получилось, прикинь! Ну нет! А время! А так. А еще же одна крышка должна быть, бля. Тогда нам еще вот это надо разгадать, пацаны. Последняя вот это крышка, последняя. Вот она лежит. Вот она последняя крышка, она разобранная. Не. А, в смысле, она разобранная. Ты не видишь, свет совпадает? Или подожди, это. Так это не, это другая. Мне кажется, последняя крышка находится вот здесь, вот, вот в этой штуке. А, ребят, смотри! Смотри, вот! Я могу еще вот так сделать. Так, тут ты у нас корабей. Смотри, тут у нас корабей. А ну-ка, а вот здесь у нас что? Давай глянем. Лев. Лев, да? А вот, смотри, лев с корабей. То есть, смотри, лев с корабей. Где-то еще, скорее всего, такие же символы надо дальше искать, не? Не думаете? Потом, смотри, у нас есть крылья. У нас есть крылья. У нас есть крылья. О-о-о! Открыло! О, хорош. А что, она пустая? А может, сюда что-то положить надо, слышишь? Да. А что сюда можно положить? Можно. Давайте подумаем. А для чего? Что можно туда положить? Давай компас попробуем закинуть. Ну-ка, подожди, и давай. О, что-то происходит, не? Ай, блин, этот камень снова, этот круг. Ну-ка, давай нажимаем опять же на эти символы, да, которые... Блин, нет, стой, погоди. Я не понимаю, что мы не так делаем, что не так? О-о-о! Вот в чем была проблема, ребята, вот в чем! А ну-ка! Ну офигеть! Мы справились! Ну мы конкретно затупили, потому что мы вроде бы думали, что поставили эти вазы правильно, а оказывается неправильно, хорошо, что мы проверили. Это ваша, это чисто ваша. В общем, друзья, я надеюсь, вам понравилась эта игрушка. Если вы хотите больше видеть и чаще ее, то все зависит лишь только от вас. Чем больше соберет лайков эта серия, тем быстрее выйдет вторая серия по этой прикольной игре, где нам приходится думать. Поэтому, ребят, я надеюсь, вам все понравилось. С вами сегодня были Виталий Кофе, Андрей Дебай, Паша Клинц, ссылочка в описании. Всем до скорой встречи, друзья. И всем пока-пока. Всем пока-пока. Покуски, ребята, и в день. Спасибо за просмотр.